Поленос – это классика аллергического воспаления, говорят специалисты. Первый тип аллергической реакции немедленного реагирования. На нем учат всех аллергологов. По сути, поленос – непереносимость пыльцы. Первые симптомы аллергики начинают чувствовать, как правило, в апреле. В этом году обострение легкое, раннее и пологое, нет бурного цветения. В этом году, значит, уже 7 апреля мы принимали детей, у которых с 1, 2, 3 апреля идет клиника ринокомиссивита. И вот она сейчас, нельзя сказать, что увеличилась, вот так идет как-то с медленным нарастанием числа детей, потому что весь апрель. А закончится это может в конце мая. То есть раннее начало не гарантирует быстрого окончания обострения. Иногда обострение длятся не 4 недели в апреле и мае. Порой аллергики мучаются по полгода. Виной этому реакции на споры грибов, которые образуются в феврале-марте. Луговые травы, цветущие во второй половине лета. Сорные травы, которые могут пылить до середины октября. Это очень разноплановая клиника. То есть вот самая легкая и часто встречаемая – это ринокониктивальная форма. Отек, зуд, слезостечение из глаз, явление ринита. Причем такие, они могут быть как резкий отек, который не дает человеку дышать носом, ночной храп, головные боли, выматывающие, так называемые сопельщики. И есть дети, которые их называют чихальщиками. Картина острого аллергического воспаления. То есть он может чихнуть 15, 25, 40 раз подряд. Самое серьезное следствие поленоза – формирование бронхоспазма, когда носоглотка не выдерживает обороны перед пыльцой. Чтобы не пустить врага, легкие сужаются и развивается приступ бронхиальной астмы. Другие аллергены можно убрать, а вот над пыльцой мы не властны. Весной и летом она везде. Готовиться к сезону цветения надо заранее. Очень многие дети у меня стали готовиться к майскому сезону, как бы, цветения поленоза с февраля. Те, кто игнорирует эти вещи, то есть не готовит заранее, они сразу получают заряд аллергена в лицо и дальше как выдерживает организм. Мы можем остаться в легкой форме, и мы можем потяжелеть. Здесь никогда ничего нельзя сказать. Время работает на нас. То есть как бы очень тяжело и манифестно у детей младшего возраста и более легко у подростков. В апреле и мае цветут 6 деревьев. Реакции вызывают лещина, ольха, клен и ясень. Но самая высокая реактивность идет на березу. Она может пылить на 20 километров. В старой части города пыльцы больше, но и новому району достается. Однако есть интересная деталь. В городе аллергия переносится тяжелее. Выхлопные газы вносят свою лепту. А вот уезжая в деревню, которая стоит в березовом лесу, дети, как правило, чувствуют себя лучше. Если возможности выехать за зону нет, придерживайтесь простых правил. После прогулки умойте ребенка. На улице надевайте на него маску и солнцезащитные очки. Обрабатывайте слизистую носа. Пользуйтесь очистителем и увлажнителем воздуха. И не забывайте про антигистаминные препараты. Екатерина Пенова, Евгений Шевцов, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.